Ого, какое оно огромное! Понятно, почему они не подпускали сюда колонистов. Вот где начались все беды. Предпочитаю сделать это поближе к этому ублюдку. Успокойтесь. Высокий уровень адреналина может активизировать паразита. Как скажешь, красавица. Черт, проклятая личинка не дает вздохнуть. Рядовой, я должна как можно скорее помочь капралу. Я засекла движение, сигнал прерывистый. Вон там, вижу тварь. Похоже, роботы Вейланда не смогли их добить. Безопасность наша кредо. Все личные вещи возвращаются по завершении контракта. Все личные сообщения подлежат проверке. Запрещаются любые портативные накопители данных. Наши секреты – это наша главная ценность. Безопасность наша кредо. Все личные вещи возвращаются по завершении контракта. Все личные сообщения подлежат проверке. Запрещаются любые портативные накопители данных. Наши секреты – это наша главная ценность. Внимание! Андроиды! Да! Деваться некуда, придется уничтожить этих андроидов. Yeah.
Время – ключевой фактор успеха. Планирование, координация, соблюдение сроков, эффективность. Главная цель – финансовая состоятельность компании. Наш успех – ваше благосостояние. Принцип Бейла наблюдания и время – ключевой фактор успеха. Планирование, координация, соблюдение сроков, эффективность. Главная цель – финансовое состояние компании. Попробуй-ка встать. Вы меня утомляете. Мои спецотряды пытаются удержать ксеноморфов. Любое вмешательство может привести к тому, что они вырвутся на свободу. Не стоит вмешиваться не в свое дело. Будьте разумны. Уходите из лаборатории и ждите эвакуации. Это последний шанс. Похоже, он о себе высокого мнения. Давай, мне очень больно. Похоже, они отсюда не выберутся. Давай, надо идти. Наблюдается повышенная активность ксеноморфов. Требуется введение карантина. Знай, что несмотря на весь этот хаос, я был готов к твоему бегству. Несгибаемость и упорство твоего вида – вот самые прекрасные его черты. И именно их я должен изменить. Такова моя цель. Мы должны обуздать вас. Вносите Капрала в операционную. Зафиксируйте ее на столе. У нас аварийный генератор. Я подключусь к станции Вейланда в пирамиде. Все готово. Только бы никто не заметил утечку. Катя, я так и знал. Деятельность этой станции жизненно важна для военно-наблюдения. Любое вмешательство – это акт саботажа по уставу корпорации. Давай, давай. Ты неудачный экземпляр, Катя. Производственный продукт. Ты знаешь, что ты пытаешься сделать. Я это прекращаю. Нет, мистер Вейланд. Тар, не надо! Ты отправила сигнал СОС, вызвав сюда десант, вопреки интересам компании. Считай это дисциплинарным взысканием. Ты думала, анабиозная ванна – это последний шанс. В анабиозной ванне мы сможем доставить Капрала туда, где ей окажут помощь. Это все, что мы можем сделать сейчас. Thank you.
следствию. Рада познакомиться. Пожалуйста, не волнуйтесь. И, пожалуйста, не называйте меня искусственной личностью. Я та, кто я есть. Андроид. Я дитя корпорации, но я на вашей стороне. Поскольку ваш крейсер и все десантные катера уничтожены, есть только один способ покинуть эту планету. Вот. Видите прибор в руках Вейланда? Это его коммуникатор с аварийным передатчиком. По сигналу прилетит его личный спасательный катер. Я займусь подготовкой к отлету. Отправляйтесь в пирамиду и захватите коммуникатор. Я встречусь с вами там. И вот что. Передайте мистеру Вейланду наилучшие пожелания. Многие недели я наблюдал за тем, как ты растешь. День за днем, час за часом. Похоже, ты воображаешь себя спасителем мира. Ты всего лишь рядовой, пешка, пушечное мясо. Чем раньше ты поймешь это, тем лучше. Let's go.
первых разведывательных экспедиций сверхъестественной коммерции. Корпорация Вейлан Юта не всегда покоряла новые рубежи. Вейлан Юта, мы построим новый мир. Первых разведывательных экспедиций корпорация Вейлан Юта всегда покоряла новую. Вейлан Юта, мы построим новый мир.
основа достижений человека. Выход на новые рубежи, открытие новых ресурсов, создание новых технологий, рождение новой надежды. Вейланд и Дани, мы построим новый мир. Основа достижений человека. Выход на новые рубежи. Открытие новых ресурсов. Создание новых технологий. Рождение новой надежды. Вейланд и Дани. Мы построим новый мир.
Рядовой, рад встрече, наконец-то. Я давно слежу за тобой. Ты опасный противник. Ты борец, как охотники, хозяева этого мира. Как ксеноморфы, их дичь. Как я. Просто у меня больше опыта. Хорошо. Не задумывался, кто снабжает ваши войска оружием? Мы с КДВ, старые друзья. По факту я и хозяин. А значит, и твой тоже. А когда собственность перестает приносить пользу, она устраняется. Уничтожишь. Yeah.
коммуникатор, солдат. Подальше от этой планеты. Это коммуникатор. Сэр, коммуникатор у нас. Никаких проблем. Да, мы взяли экземпляр живьем. Передаю данные с коммуникатора. Старт. Эта операция дорого обошлась нам. Надеюсь, мой предшественник верил в нее не напрасно. Боже, он оказался прав. Немыслимое сокровище. Координаты родной планеты ксеноморфов.